Всем привет! Сегодня, короче, будем ностальгировать. Я не знаю, насколько видос получится. Большой, маленький, маленький, небольшой, хз. И когда сегодня он выйдет, короче, вообще хз тоже. Сегодня я хотел записать просто посмотреть, как на отчеты того рода деятельности. И просто, то есть, поностальгировать чуть-чуть за FIFA, в частности, потому что я ее в основном снимал, можно так сказать. Кстати, тут, я не знаю, тут на паузу нельзя это поставить, к сожалению. К сожалению, нельзя. А мы... Так, вот так сделал, потому что звук нормальный должен быть. За пока что... Получается, это состав... А, это состав драфта. За Бруно, Недвидом, Неймаром. Блин. Это я собирал, да, это я собирал. вот, самая главная проблема. Ну, в принципе, прикольный по рейтингам, но состав без сыгранности получился. 91. Что-то не подвезло. Фифка. Мбаппешка, Неймары. Салах, Де Брюйне, Фернандеш, Недвид, Лоди, Рауль Альбиоль, Эдерсон, Суинжу и Арнольд. Мне кажется, он такой же. Не такой прикольный. Выпадало очень много вот этих синих ЛЧшных карточек бесполезных. Так, следующее. О, это... Блин, это мой, по-моему, с моего аккаунта. Это получается у нас Малин, Дембеле, Керк, Гравенберг, Промис, Льоренте, Марсело, Эдер Милитао, Эрнандес, Макелеле. Такая топевенькая схема, ой, связка и Нета. Ну, в принципе, это голландская, по-моему, там... Тут Малина мне кое-кто слил, это, блин, Егор. Так, это очень хороший дроп, когда нам выпал. То есть Егор поймал у Факи Фати 92-го ФРВ. 92-го Фати ФРВ, это вообще жесть. Которая стоила на тот момент, по-моему, блин, ля... 3 ляма, по-моему, он стоил. 3 ляма. 3 ляма он, по-моему, стоил, да. Или на август. Это я помню. Это обычный, там, 2 в одном пак, что-то такое, я не помню, честно. Так, это супер пик. Ну, на тот момент, сейчас... Там ничего уже не стоит, вот эти золотые карточки. Чао, ей они стоят там много, а потом оно как этот, как рейтинг в клубе. Все, каждая FIFA одинаковая. Сначала ты радуешься каким-то золотым бичом, а потом забиваешь. Неймар, Маркиниш и Марипан. Такой пик. Неймар его взял, это на каком-то его аккаунте был в PS. Так. Почему мне два? Да, могут повторяться, я мог забросить. Да ё-моё, зачем? Это пик тоже прикольный, Диата, это, блин, чё это за карточки были? Кто-нибудь столько этих карточек наделали, я даже не помню, как называется карточка, честно. Не помню, напишите, пожалуйста, потом в комментариях. Манешка и Арнаутович. Ну, ну, из-за... Ну, мне кажется, вот эти нарисованные статы Мане это покруче будет. Оп. Это драфт. Драфт. Сначала я что-то не понял, почему она английская, наверное, это Егор. Фигня, Майлз. Состав без сыгранности.
Или это я? Вот честно, не знаю. Нет, это точно не я. Это Захари Ройс. Может, мы какой-то фигней типа маялись? Может, собрать тянет? Ну, тут повторяются нации. Просто как-то немного странно. Я не знаю. Не знаю, цель этого драфта была. Дебрюйне на скамейке вообще, почему Соса тут и какой-то левый канадец какой-то с этим потом, блин, как где игрок сборных, что-то там игрок матча сборных, вот это получается Головин. Это когда он еще вышел, получается, мы смотрели, ну саты прикольные. Ну типа ладно. А я его даже и он купил в клуб его. Марио Гёце 170 тысяч. Я не помню. Зачем? Зачем Егор делал этот скрин? Не помню. Ого, 358%. Ладно. Не знаю, ну статы прикольные, но ладно, не будем сделать. Ну 170 тысяч, конечно, это вот дороговатенько. Маркос Кириленко это какая-то тупая карточка на ПЗ Лиренты, что? Почему? СПшника на ПЗ и стоил он на тот момент 1 284 000. Это он, наверное. Он не успел, он только вышел, наверное. Потому что диапазона даже нету. У него было два информа. Ну, может, больше. Нет, два информа было. Это, ну, такой. Я бы не сказал, что он какой-то прикольный. Это еще вот эта фигня. Падала. Я не помню, как это уже эти карточки. Карточек столько сделали, что ты уже забыл в них название, блин. Дальше, короче. А, тут выпал Райкард, по-моему. Ну, он в СБЧ его слил, потому что его. Потому что она неиграбельная, серьезно. Карта это неиграбельная, но кумир в паке получен. Вот так. Не грабили, ну ладно, ну кумир. Тут контешка. Ну как всегда, вот это электроники, конечно. Игрок с камнибол. Блин, это не. Либертадорес, по-моему. Или там Суд. Нет, Судамерикана. Выше, чем Анголо Канте. Да, понимаю. Дзека Трап, ну такой. Канте только вывозит этот пак. Дальше это, блин, сборку, которую я дал на. Я эту сборку отдал. Я думал, то, что эта сборка не окупится. И она не окупилась просто вообще. Он лам выпал. Думали, ну блин, бразилец какой-то выпадет. Нет, конечно. Выпал, знаете кто? Выпал лам, да, лам. Че на Галаканте? По-моему, это на этом аккаунте тогда падал. Ермоса слили, этого слили. Короче, зачем я выхожу, я вообще. Так, это состав свой эти на 8. Да, вот Райкард. Вот Ромалини улетел, Эриксон, Язюсю. Эрмоса, все улетели, да, потому что Егор любит сливать чувачков. Ибрагимович, да. Это. А, это мой состав, да. Такой, не знаю, что тут какой-то странный. Что-то. А, наверное, задание Егор что-то выполнял я не помню. Помню, на токены. Северная Корея, Япония. Короче, Араб, Саудовская Аравия, Сисока,
Австралиец, китаец, Рамос, Минди, Видич, Мальквит и Яшин. Нандес, ну... Ничего, ничего такого в нем прикольного нет. Карточка, карточка, 90 рейтинг. Даже он без фейса. Ну ладно. У него был, по-моему, 77-й в FIFA. Вот это самый главный виновник торжества это. Криштиану Роналду, только я не понял. Только я не понял, где, откуда он. Стоп. Когда это я ловил, вот этого я не помню. Я своего Роналду вылавливал. Точнее, я. Нет, Егор. Егор вылавливал, да. Из пика. Я не помню какой-то. Ну какой-то пик. Это вообще была жесть. Открываешь пик, он первый, по-моему, пик открыл. И выпадает Роналду. Он стоил лям. Тоже синий. Вот это я не помню откуда. Это на Xbox, окей. Ты на Xbox. Вот это, короче, канал. Мой игровая душа получается. Это то, что вот просмотры роликов четырех. Там, конечно, больше, но я не скринил. Вот на данный момент там очень возросло вот количество просмотров. Да, понимаю то, что да, некоторые просмотры были вот, ну, вот получается, на вот этот видеоролик я вообще рекламу покупал, что чтобы его продвинуть. То, чтобы, ну, как-то канал продвинуть вперед, потому что особого движения нету было, и как-то надо его, типа, двигать вверх. Я ищу. Да, он загнулся из-за того, что, ну, не было у меня времени на него. Блин, а просмотры-то растут. 69 просмотров на вот этом ролике. Это на 13 просмотров больше. За 9 месяцев. 9 месяцев прошло. 90 просмотров я видел, 88 было. Вчера, вот вчера смотрел, 90 сегодня. Получается, на 13 просмотров больше. Тут 239, тут 354. Это получается около... Ой. 230... 354 минус 239 это 115 просмотров. За 9 месяцев это с учетом... Это с учетом того, что я ничего не делал. То есть на этот ролик была закуплена реклама, все эти просмотры пришли. Они маленькие, да, по меркам. Но... Ну, это очень было. 78 просмотров на FIFA, а сейчас 7... Ой, было, сейчас 38. Было 38, сейчас 78. Получается, на 40 просмотров. Warface, 92 просмотра. Ну, за что мы любим Warface. Топ лучших 10 игр 2020 года, 141 просмотр. Новогодние пасхалки в видеоиграх, 99 просмотров. 10 игр, которые стоит поиграть, 61 просмотр. Я не знаю, я не помню, сколько было точно. Но мне кажется, меньше. Вот. А. Тогда их получается было. Ладно. Тут получается чуть-чуть больше, потому что, ну, дни проходили-то. Вот, смотрите. Это 5 часов, 5 дней, а неделя, неделя. 17 часов, 5 дней, 1 неделя, 1 неделя. 1 день, 6 дней, 1 неделя, 1 неделя. Ну, короче, где-то плюс-минус в таком. Все равно что-то выросло на канале от моего отсутствия, потому что сейчас есть, я надеюсь, надеюсь еще раз.
что будет запущен новый канал, в котором будет плюс-минус схожей тематики, потому что, ну, она приносила, в принципе, просмотры. И я надеюсь, то, что все будет нормально. Пока что я ничего не буду говорить об этом. Это мой старый состав. Вперед к мечте, по-английски Go to the Dream. Дембеле, Порту, Информ, Казимира, Солер, Эд Бой, немножко имба, так, он такой начальный, Лириэнте, Трипьер, да, он не играбельный особо-то был, Рамос, который мне на трейд был выпал, Асенха и Диего Карлос стали еще. Диего Карлос это вообще жесть была, ну, мне пришлось слить. Робин, Гризман, вот, ну, рейд, короче, который может слить, и Малин, которого, блин, он апгрейднулся, ну, Егор его опять слить. Егор любит сливать, ничего не давайте ему, он все сольет. Тут мне дропнулся Нойер там в пике на мобилке. В принципе, ничего интересного. Тут я хз, что я делал, зачем, почему. А, 86 плюс апгрейд я хотел. Тут, наверное, требование, наверное, что-то 84 состав. Наверное, что-то не получилось, я помню. То, что немного чего-то не хватало. Часы, че рейтинга, вот этого хз. Ян Раш, Решфорд, Месси, Одегар, Вальверде, Погба, Минди, Диего Карлос, Рамос, Тибо Крутой и Еси. Ой, как тебя зовут? Я забыл, как его зовут. Блин. Сори, не хочу обижать, но я забыл, серьезно, как его зовут. Карвахаль, вот. Мне что-то забыл. Вот этого я покупал за 16, за 15 тысяч, сейчас не помню. Месси-то, ну, вышел он там где-то. Ну, дорого вышел, кстати. Дороговато он вышел. Ян Раш тоже, ну, он не играбельный был. Я думал, блин, nice forward, но форвард оказался говно. Роналдо из БЧ, по-моему, тоже Егор его слил. Найс был состав. Просто Терштеген, в принципе, урочал особо от Тибо Крутоа, потому что Тибо Крутоа был дыркой. Вот этот позиционник мне, в принципе, нравился, устраивал, все нормально. Это у нас получается, я продавал тут трансфер Тиаго Тальяфико, я не знаю, почему он так дорого, кстати. 51 тысяча монет. Там сколько было? 724, 26, 31. Окей. Окей, 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 окей. А, вон Бисака за 8600. 300 монет улетел. Короче, какой-то бич. Еще один бич за 200. Это и сейчас фифу вот эти можно продавать вот этих бичей из паков, и вы будете. А это, по-моему, а вот какой состав типа хотел, еще тогда Лунин, Диего, да, вот, короче, начало, ну, не начало FIFA, я не помню, что это был за месяц, когда еще вот эти будущие звезды вышли, ну, короче, вот эта вся фигня. ТСГ, который я купил за 140 тысяч, да, 140 тысяч не бегал. Потом продал 257 тысяч. Найс. Диего Даота купил и Лунина. Лунин говном, по-моему, оказался. А Даот был чуть-чуть без сыгранности. Ну. Потом и... А! Потом появился Криро. Да. Потом появился Криро, и тут связочка пошла. Тут что-то у меня был супер какой-то план гибрида, но гибрид какой-то был очень сложный. Итальянская, испанская, еще английская, короче, какой-то балет у меня был. Ну, вот этот единственный был вариант, который я думал. На тот момент 2,5 миллиона стоил мой состав.
Ну, если не считать этих челиков, я не помню, сколько они стоят сейчас. Стоили. Может, сейчас тут будут? Нет, не будет. Это что у нас? Состав с этим. А, я сливал вот этих бичей. Помню, помню. Кайл Уокер, Паулиста, Лукаку, Холланд. Помню, знаю этих бичей, я сливал. Ну, короче, что-то гибрид вот такой получился, конечно, ПЗшник Айлов Е-спортс, ага, конечно, да. Да, люблю всем сердцем. Да. Конечно. По-моему, у него фотка изменилась, да. У него фотка изменилась, кстати. Вот сравнивайте вот эта фотка. И может быть я если прикреплю, тут будет какая-нибудь вот эта фотка его. Так, а вот он, кстати. Вот он. Untradeable. Выпал в пике. Nice. Еще и 250 тысяч, помню. На улучшение это пытать. И лучешный. Nice. Тони Кросс, который я его заполучил, я его хотел. Я его посмотрел, nice, статы. Статы, да, скорость ему, потому что у него скорость там 50, через сколько там. Блин. 89 удара, ну, в принципе, nice по шутингу, то есть по ударам это вообще. Это состав моего соперника. Я не помню, что. Короче, какой-то странный был состав. Я играл с человеком. Посмотрел состав, типа. Посмотрел состав, чтобы посмотреть состав его. И потом набросал по схеме в то, что и посмотрел, что это за фигня, а не состав. Огурчик, блин, Фабини Аллен, Хаверц. Ну ладно, защита какая-то фигня, дыра. Я не знаю. Окей, ладно. Это тогда. А, Фати. Фати выпал тогда. Получается, Фати выпал. Кого я пробовал? Сейчас я вспомню. Хакими я покупал. И Гомеса, по-моему, я покупал. Квадрата я так и не купил, по-моему. Ну, эти все чуваки были. А. Не знаю, был какой-то говно линк. На этот момент, если вот этот был. Я не помню, я собирал, по-моему. Я собирал. А Салах мне выпал. Потом, по-моему, Арнольда купил. И Виналду, по-моему. По-моему. Не уверен. Но с цыганами была неполная фигня, как это был состав. 5 лимонов зато стоит. Да, вот этим я точно играл. Тоже не очень приятный Гасенс без химии. Что-то я хотел, блин, сделать как бы с тем, чтобы уже кросс я выбил, получается. Короче, что-то Фунбин что-то, короче, с этими. Значит, с значками какая-то фигня. Ладно. А вот состав веб-версии. Что-то я покрутил, повертел, и получилось у меня 100 химии. Кэссенс, ну, нормальный был ПЗшник вот этот. Мальквит. Забыл его имя. Ну, Калехон. Я бы не сказал, что он нормально так побегать. Караска потом был. Караска прикольный был. Караска, скажу, прикольный. Лозанны я, по-моему, не покупал. По-моему, я его не покупал. Он, по-моему, дорогой был. Я его решил не покупать. Да, вот, я Хакими покупал. Потом менял. Короче, что-то я что-то обновлял. А, вот, кстати, заменка Вэлла, Одегар. Швайнштайгер выпал. Ой, просто забейте. Так, это, по-моему. А, я Егору собирал состав, там мне говорил, что-то за бюджет собери, я супер, ну ладно. Мне сказал, типа, какие-нибудь чуваки, я вот набросал ему на 13 тысяч состав, или кому, или не ему. Блин, не помню, ему, по-моему, набросал. Так, это, по-моему.
А, это я фуфат, короче, выбил. Короче, мне вот такой состав выдало. Она зубастиком 96, да, 96, короче. Ну, блин, делать было нечего, я решил, блин, варанище. Зачем-то, я не знаю. Ну, по-моему, а, вот уже. Короче, вот новая обложка. Мне кажется, было получше. Какой-то немного странный криш. Ну, уже привык к этой обложке. Еще Месси. Я хотел купить пол лимона. Ну, просто на это дорогое. Это склад батл с Элита 3. Ну. Так, это получается, это команда года. А это не я. Это не я ее. По-моему, это я, кстати, да, вот этот я. Просто вот этот прям вообще в точь-точь все. Мне кажется, то, что это не я делал. По-моему, Егор выставлял. По-моему, я. Что-то из Бавари маловато. Это я. Так это какая? Тим Пинги. А это последнее. Ну, такой был сезон. Я не знаю, сколько минут. 26 минут прошло. Окей, сейчас, если чё, я сейчас понахожу чуть-чуть и опять продолжу. Так, я нашел. Так, опять звук сопротивляем. Звук есть. Прекрасно. Я не знаю, кстати, как будет видос. Это получится у нас... ну, это игрок просто. Я скринил игрока, может быть, выбить, но его так не выпил. 74-е. Это получится у нас... Киберпанк. У меня там было 303 6 дней назад, а спустя 9 месяцев 354. Это получается мой клуб из FIFA 20. Я что-то играл там разные клубы. Фигней маялся. Головин 91. Александр Арнольд. Анане. Мбаппе вернул Зинченко. Доку, я не помню из какого клуба. Фернандеш. Это какой еще? Миранчук. Это еще чувак из Академии Дивеев. Блин, Аликамте. А, все, окей. Ну, короче, было в карьерке прикольно. Это чуваки индусы, я их просто прокачивал. Это плюс 13. Короче, у них был рейтинг. Вот. Из 13, то есть у них был 40. 45. 40. 43. 44. 45. 45. Ой, блин. 4. Ну и, короче, в то, вот так. Короче, прокачивал, хотел. Ну, короче, потом забил в итоге. Это получается... А, это я еще на... Блин, сори за качество, конечно, качество вообще. Это у меня ромб. 24 кило. 13 или 18 смертей, 2 в голову и 1 убийство взрывами. Найс, найс, найс. Так, ты опять на первом месте. Найс, найс. Я просто фоткал. 13-6. Я сейчас не смотрел все фото, просто... О, тут что-то тоже.
Ладно, я тоже опять на первом месте. 24 кило, 25 смертей, 8 попаданий в голову. 0 любить с взрывами. Ну, найс, найс, найс. Это получается... Это я в ульте играл. Зачем только... А, 46 ударов. Да, 46, конечно, жестко. Я тут ничего не вижу. Так, 22, 16, да и... Ну, тоже неплохо. Так. А, вот так надо. То и думал, все, что ли? Так, это... А состав? А состав? Со Зубастика, Бумиянг. Я не помню, где еще. Какие... Ну, где-то скрин был тоже. Роналду, Занетти, Барретти, 100, 191. 4 из Аргентины, 1 из Премьер-лига и 4 Португалия. Найс, найс. А, вот он. Виналдум тот претендент. Перейра, Алингле, Борези, Хендерсон, Альорис, Канцело, Погба, Занетти, Роналдо, Абумиянг. Фифу давно не играл, уже забыл. Как тех, блин, дурачков зовут? Альба, Роналдо на банке, Гримальде, Овермарс, Паласиус, Огурчик, Месси, Роберт Саде. И... Ой, простите. И еще один какой-то португалец, я забыл. Это я радовался тому, что мне тос выпал. 93-й Куртуа. Это вообще был жесть. А вот этот чувак стоил лям. Он лям стоил на тот момент, когда мне выпал. Я очень был рад, но я что-то там поспешил. Короче, его продал дешевле. Получилось. То выставлял, потом все прогорел. Так. Минус один. Вот. Я что-то сначала не понял, как. Убил все гранаты, по-моему. Я честно не знаю. Так. А зачем я тут скрин? Зачем я скринил? Не знаю. Так, это батла. 10 киллов, 17 смертей. Ну, я в батлу просто мало играю. Я, в принципе, Warface, там и в другие одиночки играю. Так, это... 15 киллов, 19 без... Ну, в батле не очень так много играл. 16 киллов, 24 смерти. Так, это получается у нас FIFA 20, карьерка из Орландо Сити. Тут много скинов по другим, потому что, ну, блин, не знаю. Мне интересно просто так говорить. Если... И я надеюсь, то, что вам тоже будет интересно просто эти сита выложить. Может, я разделю на две части, чтобы больше сделать все такое. Орландо Сити Броадлендс Тайм и USA Open Cup. Потом бомбардиры, понятно, ясно. А вот Ладейра, короче, из моего клуба, вот Акиндели есть семью. Так, это трансферы, получается, я покупал Акосту из Далласа в Орландо Сити, Ласкелоса за 14. Ну, я, в принципе, делал плюс-минус какие-то трансферы реалистичные, которые может позволить себе какой-нибудь клуб из Соединенных Штатов. То есть не топовые, из каких-то лиг и не каких-то там суперзвезд будущих. Ну, это был какой-то состав, в принципе. А, я Сильву помню. Ну, Сильва мог перейти, кстати. Ну, такой ПЗшник, я помню. Потом должен был или купил. А, вот он, Тиаго Сильва, я потом его купил за 15 миллионов ПЗЖ. Ну, типа, думаю, ну, блин, хочет чувак уйти из клуба в МЛС какой-нибудь, чтобы там, не знаю, деньги собирать.
Потом сабы из китайского чемпионата в США. Ну, будут, потому что, ну, я не знаю, может, захотелось просто. Так, тут это в аренду я чуваков сдавал. Так, это найс. 24 убийства, 9 смертей. Так, это у нас... А, 8... 18 раундов, наверное. Это 18 раундов, да. Да это жесть. 23 убийства, 14 смертей. Ну все, это профи. Да, я сделал 1 512 миллионов 245 тысяч 582. Я не помню. Начальный бюджет 409 лям. Короче, в общем, пипец. Так, тут 20, 17. 22 убийства, 17 смертей, 7 попаданий в голову. Ливерпуль Челси, Ливерпуль 3-1 Челси. Манчестер Юнайтед Интер 1-1. Ливерпуль Пьемонте Кальчо 1-0. 23 убийства, 15 смертей. А, тут я не понимаю, в чем прикол. А, ну 20 плюс. 20 плюс. Это у меня получится 6 часов, 7 часов после пробной версии. Так, это что-то я строил тут состав. Еще и Бекхэм был, я потом его солил, потому что говно. Карточка неиграбельная. Это я в футбине смотрел, типа, какой можно составчик накидать. В итоге я... в другой пошел, короче, составчик. О, вот такой, да. Значит, я вот такой сделаю с этим, с Динем, короче. Такой бюджетненький. Потом еще чуть-чуть более бюджетненький. Бергуйн, Родриго, Порту, Домбели, Канальес, Лерента, Дини, Гомес. Гомес, по-моему, дорого стоил. Или он мне выпал, или я его купил, не помню. Трипьер, Серхио Рамос, Асенхо. Чтобы тут понимать, я не понимаю смысл этого скрина тоже. Создатель фат. Наверное, в этом, может быть, я не знаю. Создатель фата. Я победил создателя фата. Это элита вторая. Еда. Элита 2. 30 774. Но тут еще, наверное, осталось, я не знаю. Тут не написано, к сожалению. К концу Фати. Прекрасная карточка. Она еще мне осталась. Егор ее, к большому счастью, не солил. Вот такой еще составчик. Это, ну, нормально. 192. Вот еще составчик. 191. Вот еще составчик. 190. FIFA 20. Еще один составчик FIFA 20. Ну, просто делать не было нечего. Давай потратим деньги. Ну, монет. Соберем составчики. Все, ну, какая разница. Это супер баг, что-то у меня случился вообще. Говно какое-то было. Да. Это, наверное, с этого... А, с декабря 2012 года. Не знаю, что тут, какой высокий тут смысл, замысел. Так, это у нас квалификация Фан Чемпионс, которой я очень рад, 2000 очков. Так, это у нас составчик, я покупал информа Яга Аспаса. Райт у нас до сих пор есть. Кросс, Ансу Фати, ну это в принципе окончательно то, что был. Типа по схемам, в принципе, чуть-чуть поменялись игроки, да и все. Нападение тоже. Это вообще 41 кило, 17
смертей и 19 за него. Потому что я 33. А, это не я. А в чем прикол-то? Вот тут прикол не вижу. 37 киллов, 13, 20. Это со второго АК у меня. 11 реанимировано. Найс. 17 реанимировано. Найс. Неймар Джуниор в паке. Это поймал. Егору. Я не знаю, что это, зачем. Зачем этот скрин был сделан? С какой целью? Не спрашивайте меня, пожалуйста. Наверное, стрим будет заканчиваться. Ой, какой стрим? Видео. Я не знаю. Я не знаю, когда оно будет, типа, заснято. Ой. Ой, мы это выдержим. Я не знаю, когда она будет выложена на канал. На канал Firefix. Точно не знаю вообще. Так что я не знаю, когда будет выложена точно на канал Firefix сегодня. По календарю 23 сентября. То есть снимает этот ролик 23 сентября. Выйдет оно минимум, это суббота-воскресенье, минимум. Когда точно, я не знаю. Я не знаю, если что еще проверю, типа, может быть, я не буду выставлять этот ролик, и вы это вообще не увидите послание, но ладно. Как там получится, короче. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.